исходно вы можете применять любую историю. Можете так применять, можете такую историю применять. Да? Вот. Такую вам придется больше вертеть рукой. Если такую, она больше крутится. Поэтому я рекомендую, если противник с оружием, вот так вот с ним стоять, без попыток, потому что вам нужно будет использовать булочные хваты против длинновера. Понимаете? Поэтому, например, идет удар сбоку, потом идет удар по ноге. Потом идет по ноге. Вот здесь вы можете наносить себе удар. Так, смотрите. Вот вы стоите в позиции. Вот. Раз. Вот здесь, видите, можно рубануть вот так. Видите? Но в этом случае он в щепку пойдет. Значит, отсюда, бам, отсюда наносит. И дальше. Вы освобождаетесь от дальнего конца. Не сложно, поскольку мы с нотвой делали какие-то вещи, с дубинками это делали. Поэтому в данном случае просто усиливается эффект контратаки, воздействия за счет вот этого всего. Значит, вот спокойненько два удара. Раз, два, убрали ногу, три, четыре. То есть чувствуете, где вы можете потом закрепить, достигнуть. Понятно, да? Значит, можете, она у вас может быть и здесь, но потом вас все равно придется использовать. Поэтому лучше здесь. Лучше здесь. Взяли. Вот у вас, вот помните, любимый мы делали исходный хват для отсечения. Здесь такого отсечения против нога не будет. Отсюда лучше, да? И просто подстановка поможет. Вот, подострелим. Да, как щит маленький. А еще раз хочу, медленно. Что здесь важно? Здесь важно, чтобы вы вошли сюда. Если он затормозится, вы просто его срезаете. Понимаете? Просто срезаете. Но, естественно, этого пока делать не надо. Теперь, навык ближнего входа очень важен. Когда он вошел, вы можете его здесь вставить. По большому счету. И это будет правильно. Мы об этом говорили. Но сейчас мы тренируемся на деле. Сейчас тренируемся на деле. Но если вы научитесь быстро входить, то есть вы встали, он пошел, пошли сюда. Вот он правильно защитился. Да? Он подставил ладонь. Теперь идет удар по ноге. И вот здесь, понятно, да? Все, вот эту комбинацию, пожалуйста, пару секунд отрабатывать. Постоянно говорил о том, что нужно контролировать вертикали, горизонтали. Почему? Представь себе, что вот вы блокируете так. Смотрите, какая дистанция. А так какая дистанция. Понимаете? То есть постановка оружия, она предполагает, что вы реально сближаетесь на необходимое расстояние. И тогда можете при успешном можете там продолжить сразу или отсюда. Вот если я отсюда поставил, вот я поставил, да, защиту. Дальше у меня нога. Я убрал ногу, видите, какая дистанция. И с этой дистанции ему некуда уходить. Вот он, вот он, вот он. Понимаете? Поэтому я обращаю внимание на технику. Мы 2 часа потратили на повторение, если я считаю, что это повторение техники, потому что многие техники вы знали, с исключением там начальники вещей, круто, всяких. Остальное вы знаете. Поэтому вот это надо соблюдать. Хата? Давайте. Вот, допустим, здесь, да? Вот два. Как я могу ударить? Я могу ударить так. Но здесь не будет той силы, которая есть здесь. По понятным причинам. Здесь мы тело вкладываем. Отсюда. Отсюда. И здесь, обратите внимание, входит под 90 градусов. Здесь входит загружаемое тело. Поэтому это все можно сделать. Но если здесь, то тогда лучше плавно сделать. Вот, чтобы щадящий был вариант. Если вы хотите так сделать. Понимаете? Поэтому отрабатывайте именно те элементы, которые потом дадут наилучший результат. Или заменяйте их какими-то щадящими вариантами. Мы уже это, так сказать, делали, покажем. Значит, здесь у вас позиция здесь. Бам! Видите? Круговой блок, бам, идет сюда. Вошли сюда. Если вы хотите изменить вариант, да? Раз, раз, пум, да? Вот, потюки. Чпокнули. Видите? И дальше попки его чпокнули. Понимаете? То есть не причинили ему. Серьезных этих самых. Просто наказали, но плохого ничего не сделали.
Вот такие варианты я советую разбирать. Но заменять вот этот вот на этот нет смысла. Ну, он, конечно, есть. У каждого свой смысл выяснить. Но я обращаю внимание, самые эффективные или щадящие, наиболее, так сказать, менее травмоопасные методы воздействия. Пока так? Все, работает. Вот смотрите, если идет удар вниз по ноге, начинается с этого удара. Вот эта защита неэффективна, то есть он ее проломит. Поэтому ее надо проводить тем же самым зацепом. Видите, здесь охватывает зацепом. Вот раз, у меня охват. Теперь он, например, наносит удар сверху. Удар сверху. Вот здесь вот подставляете, вот здесь идет уже обрубание. То есть вот эти вещи предполагают соскальзывание на захват. Вот здесь, например, идет нижний конец. Вот раз, удар сверху. Отсюда обрубание. Обрубание. По минимуму. Понятно, да? Значит, вот здесь вот переходим, вот от этого движения переходим на верхнюю постановку. Да? Отсюда. Раз. Видите, меняется вклад. То есть я вот лежу, я же не знаю как, а вот здесь, видите, идет зацеп. Зацеп. Теперь он переходит сюда. Я лежу сюда. Бам! Сюда. И отрубить. Понятно, да? Попробуйте. Конечно, вы можете топануть и поговорить. Еще раз. Раз, два, бам. Я наношу удар сюда. Но достаточно вот здесь отдаешь руку и держи руку. Теперь смотрите, когда, например, начинается удар отсюда, вы можете сделать подставку, то вы можете сделать и отвод. И вот здесь вот, когда вы делаете вот отсюда, здесь вот у вас будет удобнее, получается, вы будете от дальнего конца. Поэтому здесь мы используем обратный круговой блок. Здесь у нас один вариант круговой, а здесь обратное движение круговое. То есть вы можете стоять в этом положении, здесь у вас меняется клад. Видите? И вот у вас идет сюда. Тоже. То есть вы уходите, и вот из этого положения вы уходите от дальнего конца. Еще раз. Здесь вход сюда. Понятно, да? Нет. А вот позиция. Раз. Здесь, видите, ноги убрали. И вот здесь, вот здесь, поскольку вы убрали отсюда, вы входите, и у вас вот этот горизонтальный удар, он грузится за счет перемещения. А когда вы идете сверху, вы грузите за счет приседания. Понимаете? Поэтому здесь он оправдан больше, потому что вы двигаетесь вместе с телом, наносите удар, а потом уже раскручиваете в эту сторону. Итак, сейчас медленно, смотрите, исходное. Раз, два, три. Покота? Пробуем. Верхний обратный круговой блок. Мы работаем не быстро. Но, когда вы выполняете техники контратаки, вы должны их выполнять полноценно. Понятно, что не в цель, но полноценно. Вот, например, вот что я вижу. Вот раз, и вот такие. Что-то вот, вот такое, непонятно. То есть вы должны раскручивать амплитуду, ну, естественно, минуя реальную цель. Да? Здесь вот позиция. Раз. Да, должны. Да, вы должны группировать тело, вы должны вкладывать энергию, фокусировать и так далее. Если этого нет, то вы не тренируете то, что вы должны тренировать. Вы тренируете какие-то обрубки, техники. И если это будет привычкой, то ничего хорошего из этого не будет. Понимаете? Поэтому вот я на это обращаю внимание на последующую нашу работу. Теперь, удар снизу. Удар снизу в пах. Вот вертикально восходящий удар. Да? Вот здесь мы его берем здесь, и когда идет, например, удар сверху, подставляем здесь, если это сверху, если это сбоку, соответственно, берем удар. Значит, смотрите, здесь, вниз, сверху, соответственно, идет такая вещь. Теперь, если вниз, вниз, сбоку, подставляем, такая же вещь. И здесь входит глубоко.
Зачеркиваю. Первый удар снизу сверху, снизу сбоку. Чередуем. Просто защита. Раз, два, бам. Позиция. Раз, два, бам. Позиция. Вот этот конец меня он не волнует. То есть, если он попытается меня ударить здесь вот легко я его перекрываю. Я его просто перекрываю. Поэтому возможно отсюда такое продолжение. Еще раз. Вниз, вверх, воткнули. Вниз, сбоку. Вы можете его здесь глубоко. Здесь. Пам! И вошли глубоко вот сюда. Бедро. Бедро. Пока там. Чередуем два. Один, второй. У вас была какая-то реакция. Значит, смотрите, если идет тычок, сюда, да? Вот вы держите позицию, тычок, вот здесь такая позиция не пойдет, да? Значит, вы еще раз еще. Можете отсюда делать. Если идет тычок, можете отсюда отбивать. В этом случае у вас второй конец может подраться. Поэтому, если идет тычок, отбиваете здесь. Выходите сюда. Если идет тычок, можете отбивать отсюда. Здесь вот цеплять сложно. Здесь вам придется уже дробить. Но я сейчас не хочу вам давать такую защиту, чтобы не разбить оружие. Значит, здесь раз. И выходим сюда. И опять. Понятно? Значит, уходим с линии. Можно так, можно так. Как удобно. Ну, например, мы начинаем отсюда. Здесь. Здесь вы отводите рукой. Вот это вот. Рукой. Можно войти отсюда. Но если вы вошли сюда, лучше всего сюда войти. То есть отбиваете, парируете в сторону. Следующий блок в сторону и сюда, и сюда. Здесь, вот когда туда пошел, он не обязательно будет плашен. Он может зацепить. Вам важно вот этот вот, важно сюда и войти здесь. Отсюда. Вот то, что мы делали отсюда. Отсюда переход. Понятно? Давайте попробуем. Защита. Теперь мы делаем отсюда, Саша, отсюда. Да, да. Вот смотрите, если мы стоим здесь, пошла отсюда. Здесь мы, несмотря на то, что там есть еще конец, да, все равно мы встречаемся здесь, пам, сюда выходим. Видите? Вот сюда. И отсюда можно еще закрутить. Значит, здесь. Вот третий удар. Неожиданно пошел с другой стороны удар. Бам! Вошли сюда. Шпок! Вошли сюда. То есть вот здесь вот не очень серьезное поражение. Для того, чтобы его добрать, надо его еще чуть-чуть. Можно плашку. Можно плашку сделать. То есть здесь вы выбираете в зависимости от ситуации. В любом случае, перекрываете. Здесь соскользнули. Бам! Нанесли удар. Если недостаточно, рубите. Вот тогда пробуйте. На выбор способов контратаки. Они должны быть наиболее простые, экономичные и логически увлекать эти последствия. Например, вот идет удар. Вот вы сделали, логически вытекает это движение. Теперь, если вы сделали сюда удар, если вы замахиваетесь, вы теряете время. Если вы его прорубили и обратно, прорубили и обратно, прорубили и обратно, прорубили. Понимаете? Одно движение вытекает из другого. Поэтому я рекомендую следующее. Вошли. Вошли, бам. Нанесли плашный удар. Или нанесли такой удар. Отсюда перевели сюда. Покатанус. Вот давайте из этого будем. Сейчас сделаем следующее. Значит, у нас может быть удлиненный удар. Для вас это только выгода. То есть если вы стоите, если идет удлиненный удар, видите, да? Есть вариант ухода, но он сложный, да? Значит, здесь, если идет удлиненный удар, вы просто входите вот сюда. Вот сюда. Значит, смотрите, вот позиция. Бам! Уходит прямо по пальцам. Я отсюда выходит сюда.
Вот у вас движение, да, этот конец вам не страшен. Поэтому вы идете в сторону к дальнему, уже укороченному концу. Как вариант, как вариант. И вот здесь вот это движение, вот оно движение такое, разбивающее, вот я вам показывал, такое, оно такое. То есть вы как бы землю подбрасываете. Вот у вас стоит удар, сразу по руке, сразу вы отсюда видите, как вот этот верхний удар. И потом добавите. Кота обезоружили. Значит, смотрите, просто не бояться, вы туда, сюда, видите? И можете еще там добавить. А кота, то есть здесь главное двинуться. Двинуться, видите, я ушел от удара. Удар по руке. Здесь. Потом могу еще подать сюда. Пока так. Давайте попробуем. Вы стоите? Раз. Вы стоите? Вот ваш тихон. Вы стоите? Вот ваш тихон. А, вот ваш тихон. Понимаете? Вы чуть-чуть можете сделать без партнера эти две вещи. Возьмите. Да? Вот вы сделали свою комбинацию. Покота? Если получается делать, если не получается, разошлись чуть-чуть, попробовали вход далекий и сделали, потом уже вниз. Ясно, да? Вот мы должны почувствовать, что вот это вот копающее движение, выкапывающее, да? Обратный класс. Оно сильное. Я не могу его проверить на руке. Вот смотрите, идет движение. Раз. Вот я его уже проверил. Понимаете, да? Ну вот видите, где я его проверил? Ну вот. То есть вот оно движение. Вот оно. Поэтому вы можете не на руке фокусировать, а вот вы встали и немножечко как-то вот, с пропуском. С пропуском цели. Здесь. А вот здесь вы будете сюда, и здесь вы будете. Понимаете, да? То есть я покажу, что это реальная сила. Реальная сила. Удара. Ясно? Вот. Ну сейчас, естественно, ни щепки, ни чтобы не летели. Вот, упражняемся. Возьми другой шест. Удлиненный удар сверху. Да. Посмотри так, чтобы заложить. Да? Соскальзывает, да, сделай. Да? О, видите? Он даже особенно не входит. Понятно, да? Значит, здесь, смотрите, если у вас идет удлиненный удар, оп, вот сюда входит. Вот входит на руку. Вот здесь уже не вертикальная, а вот такая. То есть вот как вы помните, я показывал вот, да? Но в данном случае мы делаем плоский удар. Почему диагональ? Потому что вы не можете на удлиненном ударе войти слишком близко. Вы входите настолько на то, чтобы у вас вот это осталось за спиной. Понимаете? Вот эта рубящая часть ушла за спину. Вот. Поэтому вот вы встаете в позицию, удлиненный удар. Сразу ставим, видите, у вас даже ладонь, правильно. Дальше ваше действие. Опа. Бам! И туда. Понимаете? То есть вы отбиваете руку и срезаете вторую руку. То есть вот здесь. Раз, два. Сейчас. И щадящую, да, плоскую часть. Конечно, можете не так сделать, но лучше плоско. То есть вы в данном случае буквально в смысле его обезоружили. То есть все руки ему ликвидировали. И дальше по уху дали, да? Значит, вот у вас позиция. Здесь по ощущению входит. Видите, он сейчас делает. Попробуй не делать это, я не буду это делать, да? Вот его реальный удар. Бам. Видите? Идет сюда. Бам. Сюда. Или так. Но я советую плашмя. Для разнообразия, да? У вас получается, здесь плашмя, здесь срезали, здесь плашмя. Плашмя, срезали, плашмя. Соскальзывание идет, да? Раз, два, три. Пока там? Пус. Последнее задание. Раз, два, три. Не раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Комбинируем. Вот мы стоим, да? Раз, два, три. Вот это незамедлительно идет срезание. Раз, два, три. Понимаете, да? Не тормози. Естественно, мимо руки. Вот. Раз, два, три.
Партнер имитирует то, что ему обрезали руку. Кота. Поняли? Вы должны навык приобрести соскальзывание, срезание, скользящего вот этого срезания.